Знаете, дорогие друзья, я практически могу сказать, что наши семьи породнились. Я сейчас хочу обратиться непосредственно к родителям наших молодых. Дорогие папы, дорогие мамы, сегодня в такой день, когда ваши дети вступили в семейный союз, когда соединяются две семьи, очень хочется и детям, и гостям, и всем друзьям увидеть, что действительно произошло воссоединение. Я прошу вас, дорогие папы, пригласите мам на танец родителей. А мы поаплодируем всеми гостями. Поддержите, пожалуйста, наших родителей. Приглашаем вам. Папа, эти танцы начнутся со следующей песни. Спокойно, дети наши, скоро сын у нас. Годы бешено несутся, не успеем оглянуться, и сыночек улетит от нас. Годы бешено несутся, не успеем оглянуться, и сыночек улетит от нас. Видишь, дочке, что-то снится, вон как бегают ресницы, хоть бы ей приснился сон цветной. Повзрослеет дочка наша и рукою нам помашет, и уйдет однажды в дом чужой. Знаете, я думаю, будет очень символично, если сейчас папы красиво на время передадут маму друг другу. Да, поддержите меня, пожалуйста. Ну, все-таки уже одна семья. За детей, за нас с тобой, за новый век, за старый дом. За окном танцуют вьюги, не прожить нам с другом. Дорогие друзья, я думаю, что вот здесь аплодисменты должны быть еще и еще громче всей нашей замечательной семьи. Сваху! Сваху! Дорогие друзья, знаете, я буквально еще разок попрошу несколько секунд вашего внимания. Ребят, сегодня на протяжении всего вечера многие гости, родители, друзья, братья, сестры говорили самые разные слова, самые разные поздравления, пожелания для наших молодых. Папа, не теряйте, да, это ваше. Я очень надеюсь, что... это сильно мелко, да, папа? Так, понятно, хорошо, мама, быстренько, раз пока папа не увидел. Ребят, я на правах тамады позволю себе сказать пару слов лично от себя, скажем так. Я честно не буду скрывать, я это говорю всем своим молодоженам, всем своим парам. Ребят, сегодня желали очень многое, очень разное, все гости. Я честно скажу, лично я считаю, что в семейной и супружеской жизни есть две самые важные, на мой взгляд, вещи, которые необходимо соблюдать. Это взаимопонимание,
взаимоуважение. И самое, наверное, главное – уступать друг другу. Мы все с вами не маленькие дети, мы понимаем прекрасно, что в семейной жизни не бывает без каких-то небольших ссор. Без них просто скучно жить, ребята. Я вас очень сильно прошу, да, может быть где-то какое-то непонимание, могут быть какие-то разногласия, но всегда, пожалуйста, помните, что никогда нельзя допускать лишнее обидное слово. Всегда нужно уважать друг друга, и что самое главное, всегда нужно уступать друг другу, особенно если какой-то небольшой скандал. Олег, поверь, не дай бог какой скандал, уступи, через 2 часа ты будешь доволен. Честное слово. Поаплодируйте, пожалуйста, нашим молодым. Дорогие мои, но честно сказать, в эту секунду настал тот момент, когда мне остается сказать буквально несколько слов. Во-первых, мне очень приятно, что я попал сегодня на вашу свадьбу. Ребята, это правда, это честно. Я сам с очень маленького города, и вот просто очень уютно у вас, друзья. Это правда. Мне очень нравится, что сегодня... Знаете, вот по-душевному простые, замечательные люди, это классно. Такого сейчас очень мало, и я честно хочу сказать, что это очень ценно. Ребят, меня зовут Павел Заноскин, я ведущий торжественных событий. Мне очень приятно, что я сегодня вместе с вами веселился, кричал, сорвал голос наконец-то и просто радовался вместе с вами за наших молодых. Вам за это огромное спасибо. Спасибо за ваше внимание, друзья. Спасибо. Свадьба на этом не заканчивается. Кто не танцует, тот, как говорится, кончит ворст. Ребята, поехали. Танцуют все. Музыканты, эти аплодисменты вам. Поехали, друзья. Я попросил музыкантам аплодисменты. Ребята, громко сделайте, пожалуйста. Ждали рады небесной вашей вечной мамой и папой. А счастье рады, гости ведут. Друзья зажигают жених и король. Принцесса невеста, это счастливый сюжет семьи. Черный лимузин, белая вода. Все идет как надо, все идет. Да, 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 это лучшая свадьба. Это лучшая пара. Это лучшая песня. Вас обещала. Бабушек, коробок и здоровья. Братья и сестры всегда будут рядом. Дяди помогут, кто-то подскажет. Сегодня гуляй, большое семейство. И смело могу я сказать, это честно. Черный лимузин, белая вода. Все идет как надо, все идет. Да, 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 это лучшая свадьба. Это лучшая пора. Это лучшая песня. Вас замечала.